Добрий день, уважаемые гости! Добре дошли на нашето торжество по случай края на учебната година. Доброго дня, шановні друзі! Ми дуже раді бачити вас сьогодні на нашому святковому заході. Вже 4 роки, як в Запорізькому національному університеті функціонує болгарська недільна школа «Світлина». Ми дуже вдячні керівництву університету в особі ректора Фролова Миколи Олександровича за надану нам безкоштовну можливість вчитися в аудиторіях провідного національного університету. Наше то торжество, що відкриє председателя на Запорозькому обласному дружеству за болгарська культура господин Васил Митков. Заповідайте на сцената. Добър ден на всички. Много се радвам, че ви топло днеска. Такава атмосфера дружествена, казва тепла, но дадай ми слово да открия той важното мероприятие. Децата ще се продължат активно уже почивка и няма да забравят най-главното, а че лятото се минава много бързо и затова уже сентябрь, в октябрь месяц традиционно се започва. Набирайте се с нови сили и родителите тоже не забравайте за това. И още днеска една важна дата за всеки българи, днеска Дена на Христа Ботев. На днескашния ден има тук, по-моему, паметник в околице, недалеко на Стара планина, и в днескашния ден от 12 часа всичките в България запират се, сирените воят и читат този празник. Ние почти че попаднаме от тази дата, затова и с това важно събитие Дена на свободата на всичките загиналите в България, и ние вместо с тях чтим този празник. Още един път поздравлявам вас с успешно завершение, а пък на кандидат студентите желая да могат да сдадат тести и успешно да продължат своя си учеба в нашата прародина Република България. Благодарим. Благодарим. Благодарим на господин Митков. Серед болгар Запоріжжя є видатні особистості, які прославили наше місто своєю працею, творчою діяльністю, досягненнями в спорті. Тож, запрошуємо на сцену наших почесних гостей. Щерева Земфіра Івановна. Оплески. Балуєва Світлана Валентинівна. Николов Андрій Степанович. Сігас приветствує к нас, це обрішет наші те гості. Штерєва Зімфіра Івановна, те от село Інзовка, Приморський район, заслужена народна майсторка, роботи на която са представені в нашата зала. Зімфіра Івановна. Аз искам да стана птица крилата, и над земята аз да взлетя, а може да стана малка звездица. Аз искам да станат счастливі ті хората, и да царі доброта. Балуєва Світлана Валентиновна, тя е от село Лозуватка, Приморський район. Още една не по-малко заслужена народна майсторка, с изделията на която ви също можете да се запознаете в залата. Ну, я, к сожалению,
не могу прочитать сейчас стихи, нет у меня их, але я можу до вас звернутися українською мовою, і дуже б хотілося звертатися болгарською. Ну, так сталося, що я з 5 або 6 років, ну, не маю такого зв'язку з болгарською мовою, і тому мені дуже важко. Але я тут вчуся, вчаться мій син, мій онук, і я думаю, що ми все-таки, я ще встигну поговорити на болгарській. Ну, а що стосується моїх ляльок, то ви їх бачили, так? І виходить так. Отец у меня русский, мама болгарка, покрасом украинка. Благодарим. Николов Андрей Степанович, корень Тимуса от села Куларовка, Приморский район. Чемпион на свете путешка атлетика в Турин, Италия, 2013 година. Добрый день на всичку. Ну, мои заслуги, как вы поняли, в спорте. Свою спортивную деятельность я начал в раннем возрасте. И до сегодняшнего дня я продолжаю. Если коротко свои достижения охарактеризовать, ну, первые мои старты международные были, это чемпионат Европы, который я выиграл. Затем были 3 чемпионата мира, я их выиграл. И самое большое достижение – это Всемирные игры в Турине. Ну, также у меня еще есть 2 рекорда мира. Всех выпускников с праздником, лето провести. Желаю вам, чтобы труда могли плодотворно провести, набрали сил и с сентября приступили к учебе. Здоровья вам! А сега Земфира Ивановна ще ни спее една българска песен. Мила мамо, напиши мне, как за наше село, от селка на отка сними, едно цвете бяло. Пиши мне за гадуларя, были още свири посиденки, за мамата, что бичам не пиши, чи зле боліне. Сінку гдоларя гербав, свірі очі клетні, песен там опак синосі, чак до кашні ношті. В кашті всічку я заглахна, і соком отбяли вечу вяхна, а мамата ті загина на уста за ствої то іде. Што мамата мила майко вечеє умряла, не мечакай, мила майко, село не северна, не мечакай, да северна, мила майко, тебе да пригерна. Чик раз гробат між ти кічі, как на море то моліче. Благодарим на нашите гости за интересные повествования, да ги помолим да займат своите места. И мы дуже пишаемся вами.
вчера, на 1 июня, беше отбелязан праздник Международный день на децата. Да пожелаем сега на нашите деца от училището БНУ Светлина и на всички деца по света да имат счастливо и безгрижно детство. Мили наши деца! Скъпи наши ученицы! Ние много се радваме на вашите усмивки, които излъчват толкова доброта, искреност и любов. Заповядайте! Помнете, че детството е най-хубавият период в живота на човек. Не бързате да пораствате. Лудувайте, веселете се, усмихвайте се. А ние, вашите учители, родители, баби и дядовци, ще се постараем да го направим щастливо. Честит празник, мили наши ученици! Ние ви обичаме! Сега преподавателите на нашето училище ще изпълнят за вас много трогателна и патриотична песен «Българи».
песен «Хей, лютички!» Понад 150 років ми, болгари, проживаємо в Запорізькому краї на святій українській землі. Завдяки чому українські пісні, культура стали нам однаково рідними, як і болгарські. Соня Павлова виконує на сопілці, до речі, на болгарській звучить «Кименче», усім нам знайому українську народну мелодію «Несе Галя воду». Стіховите за завершення на учебната година і за началото на лятната вакансія, що не прочитат децата от предучилищната група. Песнічі книжки, ігри чудесні, ніє рисувам, пишем, читем, ніє се учим і вольно ростем. Голята чується децата, свишва твечі своє перший срок. Зашумяла радісно сліздата і ізбістила гостя поток. А поклону ти всічки птиці розлюбляє свій ясен глаз. Може бі за наше те шестиці радва це і те се гасе с нас. Як то знаєте, втората година у нас функціонира хореографський ансамбл «Запорожські чародейці» під руководством на Тетяна Вершняк і Олег Балуєв. Ансамбл се состої от преподавателите, родителите і учениците на БНУ «Світлина». Нека да ні представят своя танц «Суїта». Thank you.
любимыми ученицы, от Бена Усветлина, кое-то могут досвидеть на различные музыкальные инструменты. Сега София Загородних, что не зарадова, сис музыка на цигулка, композитор Живцов, маленький вальс. Аня Кравчук ще ни представи още едно произведение «Маленький вальс», но на фортепиано. Преподавателят от БНУ «Светлина» Николай Владимирович Балев ще изпее песента на група «Сигнал» «Лодка ли е любовта?» Душа, душа се отразява.
Ставим сказка «Сливи за смет». То той пораснал вече за женитба, баща му почнал да мисли как да го ожени за добра мома, тиче да се силика прилика. Мислил, мислил и най-после намислил. Натоварил една кола с сливи, па тръгнал по селата да ги продава. Жени, моми, баби, булки, разшетали се да метат къщите и да се надпреварят, коя повече смет да събере, да повече сливи да вземе. Пък смет дал Господ, колкото и искаш. Една носи цял чувал, друга крина, трета пълна престилка. Носят и се хвалят. О, Мари, гледай колко смет събрах из къщи. Добре, че дойде такив штур сливар. Да му го дадем, че да го не типчи по кешетата. Аз тая смет си брах и още толкова имам да сибирам. Викастяла година да сибирам. Не мога я сибра. Сега на берзарика по сметах малко. Чим і се їдять слівіці. И човекът събирал смет, давал сливи, всички доволни и той весел, не може да се насмее и нарадва. Най-после дошло едно хубаво момиче. То стискало малко смет в една кърпа и то рекло сливи да купува. Донесла бих и повече, ама нямаме, хіч нямаме. І те не от нас. Дадоха мія сесідіте, за де допомогах да метать.
колку сте моите кидамки совсем малку сметними дојете, но няма ништо страшно. А гледам ти си хубава господарка и најхубава ми се ресваш. И даже, давай же будеш на мене хубава булка, пак на мој син Митри, јала, јала. А ресва ли ти се таа булка? Хубава хозяйка, няма смет дома. Пак на мој син да будеш хубава жена. Дай, зібляйте се зараз, сядьте деца і врейте такого. Дякую, що був не хубава хозяйка. Женявся Насі за нея і много сполучив. Аплодисменты. Както беше казано порано, нашето училище Светлина функционира вече 4 години по програмата Роден език и култура от Министерството на образование на Република България. Основната заслуга на това принадлежи на нашата любима преподавателка, доктор от Пловдивския университет Людмила Иванова Минкова. 8 години тя преподаваше на децата в ЗНУ и тази година през март месец замина за България. Тя остави в нашите сърца своята голяма обич към Украина и България. Предаде ни своите знания, подготви 10 преподаватели за нашето училище, голямо количество кандидат-студенти и ученици. На 21 май Людмила Ивановна имаше рожден ден. Ние всички заедно изпращаме своите поздрави. Желаем много здраве и късмет. Анастасия Стеблеска ще изпълни нейната любима песен «Учителко, целувам ти ръка».
ще ми познала за ці часи і звіка і страх. София Загородних ще ни прочете стихотворението на бесарабските българи «Две люлки, две родини». Две люлки, две родини ми люлеят, и двете тижни песни светли пеят. Едната е кат мачицата и нежна, а другата е приказна и снежна. Две люлки, две родини ми люлеят, в Украина голодо българи живеят. Едната е судьба, а другата – мечта, а любовта към двете е една. Украина, България, на кръстопутя те са две пътеки, две думи, две родини, две утехи. Едната е съдба, а другата – мечта, а любовта към двете е една. Арам-зам-зам – един шиговит танц, който ще танцуваме заедно. Децата, ставайте! Малко да се разтърсим. Много весела песен, танц. Малко по-бързо. Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам, арам ти
сега още по-бързо. Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам, арам зам зам, арам зам зам, кули 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 рам зам зам. Арапи арапи, кули 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 рам зам зам. Арапи арапи, кули 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 рам зам зам. Колко бързо можете? Арам зам зам, арам зам зам. На нашите деца. Заповядайте на сцената. За миналите 3 години от нашето БНУ Светлина бяха приети в вузовете на Република България 38 студенти. Тази година Людмила Ивановна Минкова и Иван Григорович Вълчев подготвиха още една група от кандидат-студенти за следване в България. Ще помолим представителите от тази група да се споделят със своите планове. Уважаемые друзья, к сожалению, мы в таком составе представляем нашу группу. Остальные не смогли прибыть. Но я думаю, мы сможем рассказать, почему мы сделали такой выбор в вузах Болгарии. Ну, к примеру, я сделал свой выбор, исходя из призвания и из того, что я больше всего умею и могу делать. Я сделал свой выбор на Национальной спортивной академии, специальный спорт. К примеру, Ольга Воинова сделала свой выбор в Лесотехническом университете, специальность ветеринарная медицина. Ну, Андрей Большевичевский сам расскажет. Полина Голубкова и Данил Танчев сделали свой выбор на Плотинском университете, прикладная лингвистика, Влад Белев, университет пищевой
технологий. Даша Стешенко, Университет архитектуры, строительства и геодезии. Влад Некряч, Софийский университет. Ярослава Нейкова, Технический университет, Варна. И Алина. Давай, сама тогда расскажешь. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Бучкийский. Я выбрал Софийский университет, профессию права. Почему я выбрал Софийский университет? Потому что это, ну, столица и самый красивый город. Почему право? Потому что нравятся законы, и надо их изучать. И чтобы не нарушать их, и чтобы все их соблюдали. Добрый день. Меня зовут Злада Сергей. Я выбрал Пловдивский университет и специальность программирования, или на болгарском софтуерное инженерство. Потому что это, я чувствую, мое призвание. Мне очень нравится с детства работать за компьютером. И не игры, как многие могут подумать, а именно работать. Поэтому я решил выбрать свой, остановить именно на этой профессии. Здравствуйте, меня зовут Алина Фордуй. Я поступаю в Старозагору по профессии ветеринар. Почему выбрала именно Болгарию и именно этот город? Поскольку в нем находится один из самых старых университетов, самых проверенных и самых лучших в Европе. Поэтому я вам советую, любите Болгарию, наслаждайтесь ее красотой и берите все, что она вам может дать. Спасибо. И еще от себя лично, я думаю, группа меня поддержит. Хотел бы поблагодарить всех преподавателей, которые вложили в нас душу, передали нам знания. Огромное вам спасибо, что терпели нас. И Иван Петрович, вам огромное спасибо. Иван Григорьевич, вам. Ну, мы еще не прощаемся. Я надеюсь, на экзаменах мы вас оправдаем. Большое вам спасибо. Спасибо. Пожелаваме успехи в кандидат-студентските изпити на кандидат-студентите. Миналата година по инициативата на Министерството на образованието и науките на Република България във всичките български неделни училища по света на 11 май започната една прекрасна традиция, която се казва Розите на България. Както помните, и ние на площадката пред втория корпус на университета изиграхме това прекрасно хоро. Нашето тържествено мероприятие приключи. И какво сега ни чака? Децата знаят точно. Всички заедно. Ваканция! 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 И сега предлагаме всички заедно да излезем вънка, да изиграем още едно хоро Бяла роза. Заповядайте на нашата площа. Ще опитам този момче, изпитам бяла роза в косата.
вечер в кусата, да посрещна сон.